20 ноября президент Ильхам Алиев принял председателя Союза журналистов Российской Федерации Владимира Соловьева. Глава государства сказал, что между Азербайджаном и Россией традиционно осуществляется успешное сотрудничество во всех сферах, в том числе между представителями средств массовой информации. В то же время отметил важность дальнейшей активизации связей в этой области. С этой точки зрения президент Ильхам Алиев подчеркнул, что регулярные взаимные визиты представителей СМИ Азербайджанской Республики и Российской Федерации могут способствовать большей информированности общественности о процессах, происходящих в наших странах. Глава государства отметил, что подобные визиты также важны с точки зрения дальнейшего расширения двусторонних отношений между нашими странами, которые сегодня очень успешно развиваются. Президент Ильхам Алиев сказал, что взаимные визиты и регулярные встречи глав государств Азербайджана и России играют особую роль в укреплении наших связей. Глава государства выразил уверенность в том, что визит Владимира Соловьева внесет вклад в дело укрепления сотрудничества в области журналистики. Председатель Союза журналистов Российской Федерации Владимир Соловьев отметил, что испытывает глубокое удовлетворение встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Он подчеркнул, что сегодня двусторонние связи между Азербайджаном и Россией успешно развиваются и находятся на очень высоком уровне. Отметив, что в Азербайджане с большим уважением относятся к российской культуре печати, гость с удовлетворением добавил, что в нашей стране транслируются все российские телеканалы. Он сказал, что российские журналисты стремятся к постоянным контактом с азербайджанскими коллегами. С этой точки зрения Владимир Соловьев подчеркнул значение меморандума о сотрудничестве, подписанного 19 ноября между Советом печати Азербайджана и Союзом журналистов Российской Федерации.